кондиционеры мешают реставрации фасадов, а потому центр города не скоро приведут в порядок. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии. По словам чиновников, конструктивного диалога с местными жителями относительно выноса кондиционеров не получается. Мы встречаемся с очень большим сопротивлением как жильцов домов, так и предприниматели, которые находятся в нижних этажах, которые арендуют магазины и так далее. Переговоры с ними, к сожалению, на сегодняшний день зашли в тупик.